понятно. Одна ест там за камерой, вторая ржет. Так, все. Будем делать тортик? Ну, в смысле будем, я все буду готовить. Ананас на Новый год. Кстати, лайфхак. Умираешь, что ли? Ты можешь громче говорить? Фу, не его отпусти. В смысле, фу? Всем привет! Вы на канале Great Box Vlog. И сегодня Катя кушает пельмени. Лиза хомячит хумус. Ну, ё-моё, а! Даже сиськи он до меня взял. Мы были в Ашане. Вот это червятище большое уже. Наелся пельменей. И теперь у нее веселье началось. Смехотерапия началась. Мама. Сумасшедшая семейка, короче говоря, понятно. Одна ест там за камерой, вторая ржет. Так, все. Сегодня у нас закупка к Новому году. Мы сегодня были в Ашан, у нас открыли новый магазин акварель огромный, рядышком с нами, и огромный магазин Ашан. Итак, наши покупки из Ашана к Новому году. Итак, поехали. Две бутылки, но не спиртного, а экстра вирджин оливковое масло. Кстати, португальское. Пачку майонеза на новогодние салатики. Будем делать и классические, и не очень. Купили сыры. Много купили сыров. Крем, чиз, две штуки. Один для блинчиков, второй для торта. Вот такая баночка. 250 грамм. Мы, кстати, 400. Его... 400 грамм. 400 грамм. 400 грамм. 400 грамм. 400 грамм. Один для блинчиков, второй для тортика. Потом купили сыр вот такой с разными приправами. Сыр с томатом и базиликом. Купили два сыра. Песто красный и песто зеленый. Будем делать сырную тарелочку. Мышку привлекать. Потом решили взять вот такой сыр копченый, колбаска. Вот такой. Пахнет, кстати, вкусно. Потом купили еще сыр чеддер. Желтенький. Все нашего отечественного производства. Еще купили сыр пармезан. Тоже наш отечественный. Хотя, может быть, и где-то развесили. Написано, что исходное сырье... Написано, что... Заново. Исходное сырье? Сыр уругвайский. А знаете почему? Потому что написано исходное сырье Уругвай. Неужели они молоко везли из Уругвая, чтобы сделать здесь сыр? Ну, как бы... Так. Купили маскарпоне. Для тортика. Что там еще? Мы еще завтра будем докупать. И то, что еще папа... Умираешь, что ли? Ты можешь громче говорить? Не забудь сказать. Папа это вставит, и не надо будет говорить. А, круто, да? Кате купили творожки. Творобушки. Мои творобушки. Кто ел творобушки? Вкусные, сладкие. Творогом не пахнут. Сыр. Творог. Две пачки творога. Девочки подсели на творог простоквашино, им очень нравится. Покупаем тоннами. Так, это уже поехало у нас маслины без косточек для салатика. Купили грудку куриную на салат. Будем делать салат оливье с куриной грудкой. Второй салат. На второй салат у нас взяли мы говядину. Какой-то Катя, Лиза, какой-то салат там. Суперовский мега. Вот такой кусочек говядины, килограмм почти. Кстати, вообще очень даже неплохой. Сейчас скажу, здесь получается фермерская говядина, тазобедренная часть бескостная. Мягкая, хорошая, кстати, кусок такой прям гарный. Это идет к тому же салату. Имбирь купили к салату с говядиной. Ну, конечно, не весь этот имбирь пойдет в салат с говядиной. Конечно, мы его и так будем есть. Что уж там говорить. Мы любим вообще имбирь кушать. И только что с чаем не едим. А, ну это, кстати, мы не в Ашане купили. Это мы по дороге в Ашан зашли во Вкусвилл и купили сироп топинамбура. Я когда увидела, меня почему-то затрясло прямо. Затрясло меня. Я увидела, очень сильно я хочу
Во-первых, на Новый год украсить блюдо почему-то мне хочется. Купили 3 граната. Я один сейчас съем прям вот точно. Очень захотелось гранат. Для торта, для украшения, в общем, масло масляное. Для украшения торта взяли розмарин. Ну, думаю, в салатике куда-нибудь пойдет. Мне всегда нравится запах. Ой, как же мне нравится этот запах. Надо посолить розмарин. Мини-китайские мандаринчики для торта. В общем, сплошное баловство. Вот такая вот маленькая баночка стоит 150 рублей. Для украшения. Можно было купить 2 килограмма мандаринов. Ну, для украшения, для Нового года. А еще мы купили вот таких маленьких и игрушечных человечков и медвежаток. Сейчас как раз самое время покупать игрушки елочные. На них идет хорошая скидка. Смотрите, какая красота. Кате очень понравился вот этот мишка. Катюш, кстати, забирай игрушки, на елку можешь вешать. Для торта купили сахар ванильный. Кучу разрыхлителей взяли. Хотя я иногда разрыхлитель, кстати, заменяю содой. Вот. Печенье Савоярди Италия. В этот раз вот взяли вот такие, они наполовину шоколадные, наполовину беленькие. 3 упаковки, 2 еще в машине не донесли. Будем делать тортик? Ну, совсем будем, я все буду готовить. Ну, конечно. Тирамису — это вообще не тот, а десерт. В общем, на десерт мы будем делать тирамису и поедем в гости к Свете Сергею Владимировичу. А для дома будем делать тур красный банк. Ну, это все увидят. Ну, что ты переживаешь? Эй, как же без ананаса на Новый год? Ананас на Новый год. Кстати, лайфхак. Он вот так вот можно его отдирать. Ты, короче, так отрезаешь, и вот за эти штучки... Лайфхак увидите позже, она вам, Лиза, расскажет, как можно его раздирать. Вот за вот эти вот штучки как-то его можно раздирать. Мы обязательно это покажем за новогодним столом. Каперсы купили. Вот такая маленькая баночка каперсов. Не успели купить, надо было в Метро купить большую банку. Каперсы. Очень вкусные, кстати, и полезные каперсы. Чтобы кожа была идеальная, нужно есть каперсы. И почаще улыбаться. О, ну пельмени-то мы уже почти поели. Сейчас мы купили пельмешки вот такие вот. Кстати, вкусные, мы их только что попробовали. Оп. Это не реклама, это любимые пельмени моей Кати. Ну, конечно, после бабушкиных и Светиных. Еще вот такие взяли пельмени. Завтра попробуем, вроде неплохие должны быть. Написано, что из отборной говядины. Ага, кто они там отбирают? Ага. Отлавливаем. Китайские морепродукты. Почти килограмм, здесь 800 грамм. И к ним немножко решили добавить, купили креветки. Мы еще не принесли с тобой картошку, а селедку не принесли, да? Ну, как-то пока так, потом еще селедку. Еще мы, короче, нам с Лизой не хватило сил донести это все с багажника. Ну как, там просто Лиза все несла и все. Просто Лиза все несла. Лиза у нас Геракл. Пока такие покупочки. Еще будем закупаться. И обязательно смотрите нас. Мы будем показывать, как мы будем все готовить к Новому году. И этим будет заниматься моя дочь Лиза в одиночестве. А я буду отдыхать. Мой угрюси. Ой, какой а запах. Аккуратнее, ты мне сломаешь их. Мам, на нее украшать потом как буду? Ну, мам. Отдам. Фу, не могу отпусти. В смысле фу? Тыщ. Подарите мне, пожалуйста, вот помнишь, мне тогда вот пропало? Хорошо, я Пандору всю снимаю и иду тебе дарить это сам. Иди. С наступающим, друзья. Та-та-там. Первые закупки к Новому году готовы. Мать. Начали закупаться. Блогер, да, мать в семье никто блогер. Да, никто не помогает. Все сама. Лизонька будет готовить мне все. Да. Все сама. Катя, иди ешь творобушки свои. Вот Лиза высморкалась. Фу. Кстати, у меня ногти, это самое черное, видишь, от того, что я чернику перекладывала. Смотри, какие у меня руки красивые. Как лезут все в кадр, а? Посмотри, какие у меня руки красивые. Ну что, продолжаем? Кыш. Давай я тебе. Так, ваша минута славы прошла. Кыш. Часть покупок прибыла. Из багажника папа принес самую тяжелую сумку, которую мы с Лизой не дотащили. Вторая баночка, опять не туда смотрю.
Вторая бутылочка сиропа из топинамбура. Очень вкусный продукт. Но это не в Ашане мы покупали, это по дороге Вкусвилл. Вот эта вот баночка маринованных огурчиков. Специально взяла вот эту баночку большую, мне она очень понравилась. Для закваски потом будет хлебной. Вот, короче говоря, это для оливьешки. Две селедочки Матис. Две селедки под шубой и мусса из сельди. Громче! Мусса из сельди, это будет... Громче! Ну, типа этого, как он называется? Мусса из сельди! Господи, не могу как даже его сказать. Как это? Типа форшмака, но с творогом. Более такой... Чё-то секреты выдаёшь. Хорошо. Две селедочки Матис. Одна для селедки под шубой, а вторая для форшмак будем делать. Для форшмака. Дошли еще, вот они, в багажнике там валялись, две савоярди. Теперь у нас всего их три. Купили мы вот такую муку, сейчас используем чаще всего цельнозерновую. И взяли в виде исключения для торта такую же, но французская штучка, именно прям белая-белая. Первый сорт экстра. О, и взяли, короче говоря, картошечки. Самый, наверное, дешевый продукт сейчас – это картошка. Взяла я картошку, которая белая, и вторую картошку взяла, которая красная. Красную мы обычно жарим картошку, а белую картошку обычно отвариваем. Вот как-то так. Горошек взяли. Мне понравился такой горошек, потому что он кубаночка моя. И его видно, что он красивый. Ну, он должен быть хороший. А еще мы взяли вот такую бутылочку. Соус устричный. Хотела сказать, что... две вещи хотела сказать. Во-первых, мне в Ашане не понравилась музыка новогодняя. Мне от нее стало тошнить. Пока мы выбирали продукты, постоянно эта музыка играла. У меня потом голова так разболелась, что жуть. Я бы вот, например, музыку поспокойнее или вообще без музыки. Значит, дали два вот таких буклета. Рекомендуют закачивать ашановское приложение и покупать продукты. И там будет кэшбэк 20%. Ну, в общем, если честно, я вот этим не пользуюсь. Я всегда покупаю те продукты, которые мне нравятся. А это вот все уловки вот эти вот, если честно, они меня даже напрягают. Ну что, друзья, вот такие у нас покупки. Это первый заход в магазин был. Поедем еще там за овощами, фруктами и какие-то мелочевку еще будем покупать. Но это вот первый наш большой закуп. Так что оставайтесь с нами. Первый наш закуп состоялся, и потратили мы на это все удовольствие 6900. Не забывайте подписываться, приходите к нам. Скоро будет новое видео, прямо горяченькое, с Нового года. Мы будем готовить, кушать вместе с вами.